Итак, сегодня мы попробуем пройти Майнкрафт, но у каждого моба есть 60% шанс заспавнить постройку при смерти. И я не шучу, потому что работает это следующим образом. Да, именно так могут заспавниться вообще все возможные постройки из Майнкрафта, из ада, из края. Вот у меня здесь два крайских города подряд заспавнилось, лесной особняк и так далее. Все возможные постройки с 60% шансом. Сегодня мы попробуем поиграть в такой Майнкрафт. Я не знаю, что за дичь сегодня у нас из этого получится, но я очень надеюсь, что вам понравится сегодняшний видос, вы поддержите его вашим Лукасом. Вверх, и, конечно же, перед началом рандомный комментоз залетает от Киры, которая пишет: все первые пока не обновили страницу. Ребята, возможно, первых вообще не существует, может быть, это все иллюзия? Окей, что ж, я думаю, давайте приступать. Итак, что ж, приступаем. Первое, то, что я сделал, я пропишу команду reload, потому что я только что заспавнил новый мир с нуля. Для того, чтобы мы начали наше выживание, вы можете видеть, вот это пак называется Killing Mobs Spawns a Structure, и сделал ее Terroid, поэтому окей, ребята, давайте приступать. Я думаю, первое то, что мы сделаем, это, конечно же, меч, потому что нам нужно как можно быстрее начинать убивать мобов. Я хочу сегодня добыть все нам нужные вещи для прохождения Майнкрафта в обычном мире с помощью мобов, с помощью их структур, с помощью их построек, которые они спавнят. Мы сейчас посмотрим вообще, сможем ли мы это сделать или нет. Вообще нам нужен топор, а не меч. Какой еще меч, Кейн? Ты же никогда не юзаешь меч. Зачем ты такое сказал? Окей, я думаю, мы сделаем сразу же топор и сразу же кирку, чтобы потом сделать каменный топор. Конечно же, давайте убьем нашего первого моба и посмотрим, сработает ли шанс 60% на то, чтобы заспавнилась какая-нибудь постройка. И... о, не сработал, друзья. Но там было написано на сайте именно так, что у нас 60%, то есть довольно-таки много, больше половины, поэтому... алло, свинья, ну-ка, о, что-то заспавнилось. Деревня, друзья. И кузнец, о боже мой, вот это другое дело, спасибо, свинья. И жители автоматически заспавнились. Вот это шикарно, друзья, только двери немножко поломались, но ничего страшного, все, вот он и халявный обсидиан, вот и меч, чтобы продолжать убивать мобов. Просто замечательно, я даже не ожидал, я даже почему-то не думал, что можно заспавниться деревня, хотя деревня это одна из построек в Майнкрафте, я даже как-то о ней не подумал, но это реально работает. Поэтому давайте заберем пару кровать, у меня почему-то немножко подлагивает Майнкрафт, не знаю, это из-за этого датапака, наверное. Причем не то, что он подлагивает, типа, мало FPS, а у меня иногда, типа, вещи долго поднимаются и так далее, но окей, неважно, что здесь яблоки, всякие непонятные вещи. Понятно, а интересно, железный голем заспавнился или нет? Давайте мы оденем наши штанцы, наши бутюканы. Голема кто-то видел поблизости? Хеллоу? Или же все-таки нам не так сильно повезло на голема? Слушайте, я голема не вижу, и больше жителей не вижу. Они еще испарились, только что видел жителя. Алло, окей. Ладно, знаете что, я не буду париться, потому что это была только первая постройка, и нам и так хорошо повезло, у нас уже есть обсидиан, у нас пару кроватей есть, поэтому погнали дальше, друзья, погнали заспавним еще одну постройку. Я хочу город края, хочу, не знаю, залутать летающий этот корабль в городе края и залутать себе элитру сразу же, почему бы и нет. О, окей, бастион уже здесь, погодите, интересно мне узнать, спавнится ли здесь пиглины, мне почему-то кажется, что нет. Хотя я их слышу, друзья, потому что мы один раз уже играли недавно с каким-то датапаком, который спавнил, который делал структуры, боже мой, походу нереально спавнится, погодите, который спавнил структуры в обычном мире из ада, и пиглины не спавнились, но я их слышу, друзья, я слышу, как они кряхтят, эти черти. Погодите, это что, кусок? Погодите, мне кажется, я понял, как этот датапак работает, он просто берет кусок, чанг из ада со структурой и просто спавнит его в обычном мире, потому что, смотрите, тут у нас кусок красного биома из ада. Так, как там подняться, потому что у меня нету блоков, друзья, у меня вообще ничего нету пока что, я не знаю, как мы выживем. Я вообще искал в деревне блоки сена, чтобы сделать хлеб халявный, но, походу, нам не так сильно повезло. Там точно не было сена нигде, вроде бы нет, друзья. Так, ребята, у меня есть идея. Первым делом мы, наверное, сделаем следующее. Тут у нас был один дом с сундуком, где были яблоки. Я не знаю, почему их не взял, потому что я привык, то, что у меня в моих спидранах все готово, но у нас нету еще нормальной деревни, поэтому сейчас я отправлюсь куда-нибудь в ту сторону и, надеюсь, я найду деревню. Мы нафармим хлеба, чтобы уже спокойно можно было фармить мобов, и ничего страшного. Мы оставим этот бастион позади, потому что я уверен, то, что у нас еще несколько бастионов сегодня заспавнится из мобов, поэтому, ребята, я отправляюсь в путь. Окей, хорошо, она была не так уж и далеко. Я вижу уже гигантский сток сена, поэтому найс, у нас будет еда, только погодите, у меня чего-то не хватает. Мне не хватает инструментов, как бы мне нужно вообще-то добыть камень, ну да ладно, давайте все как бы немножко заново начнем. И, знаете что, прежде чем мы начнем, давайте-ка мы убьем одну овцу, а то вдруг что-нибудь заспавнится прикольное. Нет? Еще одну, погодите, я должен кого-то убить, прежде чем... Йо, постройка плюс 60%, почему мне так не везет? Это удача камеры. О, боже мой. Корабль, окей, хорошо, давайте полутаем. Прежде чем, о май гад, хорошо, что я убил эту овцу. Вот это уже другое дело. Самородки возьмем, не надо нам экспо. Что у нас здесь еще есть?
А еще золото неплохо, еще самородки за... Вот это другое, вот это понимаю. Вот это я понимаю настоящий Майнкрафт. Вот только так теперь буду спиданить. Только с этим датапаком. Окей, дайте мне отсюда выбраться, мне нужно будет много камней, мне нужно сделать себе каменные инструменты, потому что эти деревянные, ну, меня уже бесят, друзья. Я так не могу, поэтому... Зачем я это ломал, если я мог открыть эту калитку? Ладно. Короче, друзья, по традиции нам нужно сделать каменную кирку, добыть еще 6 камней и сделать все наши любимые инструменты, как мы это всегда любим делать в нашем спидране. Поэтому сделаем следующее. Сначала каменную кирку. У меня уже весь инвентарь забит всяким хламом, друзья, я только начал. Поэтому давайте посмотрим, как вы думаете, докуда мы сегодня сможем дойти? До какого момента в нашей жизни майнкрафтовской? Я даже не представляю, поэтому мы сегодня узнаем. Окей, так, можно убрать все эти, весь этот хлам отсюда. Дайте мне эти блоки вот сюда. И теперь мне нужно быть еще 3, 2... Один, и готово. Теперь мы можем спокойно сделать. Погодите, у меня хватает палок? Вроде бы хватает. Погодите, я могу сделать вот так, вот так. Да, мне ровно хватает палок. Но стоп, у меня есть 8 железа. Я могу... Знаете что, я хочу себе сделать сразу железный топор, друзья. Пусть будет, почему и нет. И поэтому теперь мы также сделаем одну каменную кирку и мотыгу, потому что все, нам больше ничего не надо. Пока что нам ничего не надо. Хотя железная кирка была бы... Окей, ребят, как только нам понадобится железная кирка... Погодите, откуда у меня две каменных кирки? Стоп, что... Стоп, я только что сделал вторую кирку. Ребят, все, у Канеуса уже поплыл мозг, друзья. Ну ладно, ничего страшного, привыкайте, это канал Канеуса. Окей, неважно, теперь у нас есть железный топор. Нам нужно нафармить быстро хлеб. И прежде чем мы нафармим быстро хлеб, ну-ка, дайте еще раз одну овцу убить, пожалуйста. О, повезло. Ну как, повезло, не повезло, даже не знаю, как это правильно сказать. Окей, мы сейчас убьем железного голема. И посмотрим, заспавнится ли из него постройка или нет. Потому что я себе хочу еще дополнительное железо. Почему бы нет? Потому что мы таким образом себе сделаем железную кирку. Вообще не будем париться. Сколько у нас блоков? 22. Замечательно. Халявная еда подъехала. Делаем раз, делаем два, делаем три, четыре. Миллиард хлеба. Просто круто. Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы убьем... У меня даже... Я лопату не сделал. Вот что надо было сделать. Канистра, ты чё творишь? Ребят, я чё-то сегодня какой-то... Чё-то я какой-то тугой. Дайте мне еще дерево тогда. Что происходит? Почему я... Почему? Объясните мне, что я творю. Я сам не понимаю. Но окей, давайте мы сделаем сразу же... палки. И теперь мы сделаем лопату. Следующим образом. Теперь мы добудем 3 блока. И убьем голема. И посмотрим, заспавнится ли из него постройка или нет. Я надеюсь, что да. Таким образом мы получим железо. Хотя я надеюсь, что железо не испарится из-за того, что над этим железом заспавнится тупо постройка. Иди сюда. Ау! Вот это ты пес такой, ты че, офигел? Когда? Я даже не помню, когда в последний раз голем мне наносил урон в таких случаях, когда я пытаюсь его убить, но что-то сегодня как-то странно. Вот обратите внимание, у меня Майнкрафт, у него задержка какая-то. Почему-то у меня весь мир лагает, но это, наверное, из-за построек, которые спавнятся в обычном мире. И да, ребят, окей. Значит, что я, как вы знаете, я не очень люблю храмы, я отказываюсь категорически туда ходить. Нет, я не пойду в этот храм, но ладно. Погодите, а мы железо-то вроде взяли, да? Теперь у нас 8. Замечательно. Ну окей, все, делаем кирку и уже не паримся насчет крафтов, да? Все, у нас есть все, у нас есть еда, у нас есть все возможные инструменты. Это мы выкинем. Ребят, ну, мне кажется, теперь самое время идти тупо фармить мобов. Но прежде, у нас сейчас темнеет, я не хочу идти гулять по миру и убивать мобов в спавне постройки ночью, поэтому мы сейчас быстро поспим, и начнется полный трэш. Парень. Моя кровать, уйди, спасибо. Я хочу город края, я хочу адскую крепость, я хочу много чего, хочу все возможные постройки. Возможно, постройки... Стоп, он хотел лечь спать утром уже, но нет. Но что? А, боже мой, TNT. TNT в храме, но каким образом они активируются, я не понимаю, кто их активирует? Какие-то... Окей, летучие мыши, я не знаю. Убьем одного жителя? Нет, убьем корову. Зачем мы жителей будем трогать? У них чуть больше жизни, и корова убивается быстрее, поэтому... Чпокс. О, я же говорил, что нам заспавнится еще один бастион без проблем. Что, париться не надо. Окей, ну что, вы готовы зайти проверить, заспавнится ли там все-таки пиглины или нет? С какой стороны нам вообще в него зайти, друзья? Вот тут это вроде бы моя самая нелюбимая постройка в бастионе, вот эта арена. Но вот здесь есть мост, или это вообще другой бастион? Слушайте, походу это другой бастион, поэтому давайте мы просто поднимемся вот... А это еще что? Окей, давайте мы просто поднимемся с этой стороны и посмотрим, потому что я кого-то слышу, друзья. Мне кажется, что... Боже мой, прекрати лагать, Майнкрафт, пожалуйста. Не подводи меня, у нас сегодня очень хороший, очень интересный видос. У нас недавно поза... Что? Где кирка? Что? Что я сделал с киркой? Что я сделал с киркой? Она исчезла. Куда? Я ее выкинул? Нет, я ее не выкинул.
Где Майкерка? Ребят, кто понял, что произошло? Кто понял, что... А, все, окей, она на месте, боже мой. Я не понял, что произошло. Может быть, это я схожу с ума, но... А, да я сегодня заберусь в этот бастион или нет? Почему все так сложно? Дайте мне еще блоков вот этих. О, как все... Я хочу... Майнкрафт. Майнкрафт, что произошло? Что с моим Майнкрафтом? Я не понимаю. Это из-за датапака. Я уверен, что это из-за датапака, но... Блоки просто... Блоки испарились. Почему у меня все испаряется, друзья? У меня только что испарилась кирка, я был уверен в этом. О, я внутри. Что мы видим? Скелеты. Окей, друзья, я разочаровался. Все-таки, обратите внимание, спавнится только зомби-пиглины. Обычных пиглинов и брутальных пиглинов здесь я не вижу. Окей, зато я видел сундук один. Может, давайте хоть один сундук залутаем, чтобы, ну, чтобы как на память себе взять. Только где бы там его найти? Мне очень хочется тут долго гулять по этому месту. Почему здесь так темно, кстати? Почему в... А, я даже не знаю, почему. Почему здесь так темно, вроде бы, в обычном... Когда я захожу в обычные бастионы в... Здорово, парень. А в обычные бастионы в аду, там никогда не темно, но здесь как-то темновато. Вот это другое дело. Алмазная лопата, боже мой. Так, хорошо, 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 мы уходим. Я думаю, здесь все... Погодите. Это кто? Это точно... это зомби-пиглин все еще. Окей, обычные пиглины не спавнятся в обычном мире. Мы это уже 100 раз проверили. Боже мой, сколько мне инструментов-то? Можно не надо столько? Окей, погнали дальше убивать мобов, потому что у нас впереди еще много построек. Я хочу увидеть... Да, я выберусь сегодня отсюда или нет. Да поставь... Ребят, Майнкрафт лагает просто как дикий, я не понимаю. Причем не то, что FPS мало, наоборот. Типа, FPS у меня... Сколько? 168, не так уж и много, кстати. Но все равно, блоки испаряются, то не спавнятся, то... О, я не понимаю, что происходит. Окей, немножко урона, ничего страшного. И давайте покушаем. И убьем еще пару коров, которые у нас здесь гуляют на этой полянке. Ну-ка, иди сюда, чпокс. О, окей. Окей, друзья, да, у нас только что был видос, мы недавно смотрели на мир, где просто весь мир усеян постройками, и там был вот этот лесной особняк. Я пытался его залутать, но у меня не очень хорошо получилось. Давайте попробуем еще раз, друзья. О, боже, только не эти парни. Я честно не знаю, я не умею лутать это место, я не знаю, куда бежать, какой тактики придерживаться. Меня всегда убивает, поэтому... Я просто хочу найти хотя бы один сундук, посмотреть, что здесь вообще спавнится обычно, но явно не здесь. Это какой-то трон, тут у нас пацан... Парень, уйди. О, о, соп, бегут, нет, один, ау, 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 вот почему, нет, я не могу, друзья, я не могу. Вы должны меня научить, как правильно лутать эти особняки, потому что я не знаю. Плюс у меня не очень хорошая броня для такого дела, поэтому... какая постройка сочная, красивая, так хочется ее залутать, но... может быть, нам залезть как-то сбоку на нее? Как вы думаете? Ладно, неважно. Если что, мы потом чуть попозже в этом видосе попробуем залутать ее. Но пока что я хочу посмотреть еще постройки. Боже мой. О, еще один бастион, да. Ну что ж, теперь-то все повторяется. Можно мне город края? Я заказывал город края, пожалуйста. Пожалуйста, о, нет, кота я не хочу убивать. Кошки прикольные в Майнкрафте. Я никогда не убиваю котов. Это плохая примета. Это я придумал про плохую примету. Но, да, друзья, не очень хочется. Поэтому давайте мы пойдем в эту сторону. Посмотрим, на какие мобы тут у нас еще водится, потому что я собираюсь всех убить. Да, ой, заспавнить постройки. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, чпокс. Нет, не повезло, 40% сыграли. Давайте посмотрим. Лошадей тоже не люблю убивать, но тут уже просто мобов нет. Я всех убил вокруг, ладно, придется убить лошадь. О, извини меня. Даже так не сработало. Нет, я не хочу убивать еще одну лошадь, мне как-то неприятно их убивать. Но где обычные мобы? Алло? О, боже мой, погодите. Я повернулся на ту секунду, увидел следующее. Черт, опять. У нас как раз-таки тоже в предыдущем выпуске, где мы смотрели на этот особняк, он тоже сгорел. И тут он сгорел, он всегда у нас сгорает. Поэтому, ладно, ребят, погнали. Я вижу там пару свиней, погнали в ту сторону, посмотрим, что на выпадет из них. Но, блин, какой веселый датапак. Слушайте, по традиции, вы знаете прекрасно то, что ссылочку я вам оставляю всегда в описании, чтобы вы сами могли скачать и поиграть. Мне кажется, с этим датапаком прикольно. Может повеселиться. И не устанавливать его в ваш обычный мир, где вы обычно играете, где у вас выживание. Пожалуйста, плиз, иначе вы все сломаете. Заспавните везде постройку, у вас будет лагать Майнкрафт, как у меня, поэтому... Ну-ка, иди сюда. Так, где мой 60% шанс? Алло? Я убил всех свиней и всех коров вокруг. О май гад. Окей. Погодите, да, что ж у меня сегодня все горит-то? У меня есть еще один шанс, еще одна свинья, и да, все, мне больше не везет. Ребят, процент 60%, и я не могу, у меня не получается, окей, нам придется убить спрута, что ли, я даже не знаю, что уже делать. Иди сюда, о, нет, не уплывай, нет, парень, не уплывай, иди сюда ко мне, ну, это уже смешно. Чем я занимаюсь, ребят, чем я сейчас занимаюсь в Майнкрафте? Ты можешь умереть?
Где постройки? Так, я сейчас разозлюсь. Дайте мне хоть что-нибудь еще понаспавнить. Мы здесь собрались для того, чтобы... О, боже. Вот если сейчас не сработает 60%, я сойду с ума. Ну-ка, быстро мне построечку. Ребят. Ну, это уже шутка, да? Или датапак, все, он отказывается работать. Но нет, я уверен, что прямо вот сейчас... Во. Ну, еще один корабль, но это не так уж интересно. Давайте посмотрим, что у нас тут. Блин, на железо нам сегодня везет просто офигеть. Как, давайте мы оставим ненужные нам вещи. Две каменные кирки у нас, это можно сюда положить. Бла-бла-бла-бла-бла, окей. И самородочки мы тоже возьмем. Возьми, я сказал, возьми. Окей, о, привет. Так, что у нас здесь, простите? Еще, слушайте, точно такой же корабль, как нам и тогда заспавнился. Погодите, они что, одинаковые? Лут одинаковый спавнится в этих постройках? Погодите, может быть, автор сделал так, чтобы каждая постройка, это была одна и та же постройка, которая спавнится, которую он скопировал, и там будет один и тот же лут. Или я что-то неправильно понял? О, вот оно, друзья. Ага, другое дело. Давайте посмотрим. Ну, это вроде бы не полноценный город-край, здесь не будет летающих кораблей с элитрой. Я не знаю, что в этих спавнится, я совсем забыл. Что у нас в этих сундуках? Давайте посмотрим. О, паркурчик, люблю паркурчик. Ванильный паркур, кстати, ребята. Ванильный паркур в обычном Майнкрафте. Представьте себе, он существует. Погодите, или же... Я не то сказанул, друзья. Все здесь спавнится. Канеус, ты что, дурак? Вот он, корабль, боже мой. Окей, сейчас мы туда зайдем, заберем с себя элитру. Но прежде поднимемся здесь, наверное. Где все сундуки? Вижу один. Кстати, шулькер здесь не спавнится, я так понимаю, да? Поэтому можно спокойно вообще лутать и не париться насчет этих летающих шаров. Так, одну секунду. Раз. Что? What? Как это работает, простите? Проклятие исчезновения. Ну, пофиг, я одену. Что у нас здесь? Вот это другое дело. Слушайте, ребят. Я же говорю то, что теперь можно тупо пройти Майнкрафт без вообще путешествия в другие измерения. Можно тупо ходить, вот эти постройки и так далее. Вот это я понимаю. Опять же, надо оставить немножко хлама здесь. Седло. Нет, спасибо, что у нас здесь. Ничего. Окей. А можно мне теперь еще элитру, чтобы вообще у нас все было на ура? И как мне, кстати, туда пробраться? Вроде бы вот здесь можно было открыть вот это вот место. И теперь как-то аккуратненько вот так вот, чтобы не это, чтобы не улететь вниз. И теперь мы посмотрим, где у нас вот элитра была, вроде бы вот здесь. Ту-ту-ту-ту-ту. Нет, стоп, вот здесь. Ага, вот элитра, замечательно. Алло? Алло? Погодите, что-то я не так делаю? Я не могу ее взять. О! Ребята, я не понимаю. Я не понимаю, что мне с Майнкрафтом, друзья. Я не понимаю. Погодите. Efficiency 3, Efficiency 4, окей, мы поняли. Не надо мне эти сапоги. Штаны надо, зато вот эти штаны прикольные, неплохо. И еще железо. И опять какая-то лопата зачарованная, окей, мы ее обязательно возьмем, почему бы и нет. Это сюда. Найс, можно мне элитру? Ребят, я не могу ее взять, если что. Если что, я не могу ее взять. Окей, может быть, что-то не понял, может быть, что-то не знаю. Я же подбирал уже, окей. Что за зелье? Не важно, что за зелье. Какие зелья, если я теперь мистер Канеус и могу всех убить? Окей, у нас, кстати, темно уже. У меня есть кровать с собой. У меня есть кровать, мы можем, в принципе, сделать следующее. Чпокс-покс. Отлично. Пошли. Ну и сейчас, я думаю, мы убьем еще парочку мобов. Но, в принципе, я могу считать, что я уже почти прошел Майнкрафт. Все, что мне нужно сделать, это чтобы мне попалась, например, адская крепость. Знаете что, нам все-таки, наверное, придет... Хотя, ну не знаю. Например, нам... Чтобы пройти на Майнкрафт, нужны эндер-жемчуг. Единственное, вот здесь пиглин не спавнится в аду. Нет, в обычном мире. Но если заспавнится крепость, то спавнятся спавнеры Блейзов. Блейзы вроде бы спавнятся в обычном мире, поэтому это единственное, что типа нам осталось. И посмотрите на мой лут. Ну, я уже типа супер бог Майнкрафта, и я просто убиваю мобов и спавню постройки. Мне кажется, это реально веселый датапак, но я хочу еще, потому что наверняка мы не видели некоторые постройки. Я хочу посмотреть на все возможные. О, только говорили про крепость, вот он, давайте проверим, спавнятся ли здесь как раз-таки те самые блейзы, потому что спавнеры я видел, но работают ли они, вот в чем вопрос. Как бы нам сюда забраться так, чтобы было все так легко? О, долго поднимаю, окей, знаете что, мы просто сделаем, у меня супер-мега-лопаты есть, поэтому мы же можем, оп, не надо меня закапывать. Мы можем сделать следующее, вот таким образом, вот это я понимаю. И теперь мы просто поднимемся следующим образом прямо наверх и посмотрим, что там у нас по Блейзам, друзья, что они там делают. Алло, хеллоу, давайте посмотрим, так, и спавнер должен быть примерно где-то прямо вот здесь. Ага,
Так, мы видим спавнер. И как выйду... А, я знаю, друзья, вспомнил. Для того, чтобы спавнились блейзы... Точно. Нужно сделать им навес. Они не спавнятся при дневном свете. Я вспомнил, у меня нету блоков, черт. Короче, друзья, мы это помним, потому что мы один раз играли с датапаком, который делал мир, состоящим из всех возможных биомов в каждый чанг. То есть там были линии диагональные биомов. И там мы нашли один раз крепость в обычном мире. И блейзы не спавнились, пока я не сделал навес. Поэтому давайте мы это попробуем сделать, потому что, по идее, моя тактика должна сработать. Мы делаем раз. И сейчас они должны начать спавниться. Как вы думаете, сработает или нет? Вот таким образом. Все, в тенечке, мои парни. И еще вот здесь вам немножко. Да. Ну же, блейзы. Come on. Ну, ребят, слушайте, походу что-то все-таки не работает в этом случае. Они не спавнятся. Не знаю почему, я тут уже минуты 3 стою. И ни одного блейза не спавнилось. Может, поколбасить немного спавнер. Алло. Походу нет, друзья, я не знаю почему. Может быть, надо было достроить здесь до конца вот этот навес. Но я не думаю, что это на что-то влияет. Поэтому грустно. Я думал, что все-таки мы сможем добыть все, что можно в обычном мире. Но все равно, я думаю, на этом мы закончим. Мы сегодня повеселились, понаспавнили тут просто всего. Поэтому довольно-таки веселый этот пак, мне очень понравилось. Это было очень необычно. И надеюсь, вам тоже понравился видос. Обязательно ставьте лукас, если он вам понравился. Не забывайте подписываться на канал, жмите колокольцы, чтобы не пропускать новые видосы. Выходят каждый день. И если YouTube вам их не рекомендует, то обязательно жмите колоколец. Ну, а с вами был Кекс, всем пока.